Учение вопрос 1212. Если в барнаульских церквах построят баптистерии, то можно ли в них будет нам креститься? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Построить их нетрудно, но баптистерии – это всего лишь завершающий момент, главное в научении, катехизации, в обращении ко Христу. И вот этого-то нет и не будет, им это и на дух не надо. Это много труда и мало прибыли. У них все на другой шкале зафиксировано, чем в Евангелии. Пусть уже есть уже кое-где и баптистерии, но крестят также без подготовки. Просто приходи, плати и окунайся. И священники, и архиереи, невозрожденные, мертвые, читаешь их ответы на вопросы, и руки опускаются. Пропала Россия. Они, что попало, балаболят, и с людьми обращаются, как факиры со змеями, завораживают их, манипулируют ими. А слепотствующая паства, раскрыв рот, поражается блеску митры и свечей и высоким куполам. На двух газетных страницах архиерей дает ответ и ни одного евангельского слова. Сплошной бред. Они не призваны на это служение. Они совершенно бесталанные и не любят ни Бога, ни людей, а только тешат свое самолюбие. Матфея 15:14. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. И вопросы-то задают о разводах, да, мертвецах, самоубийцах, как будто люди пришли в ЗАГС или морг. Смотрите «Вечерний Барнаул» за номером 125 за 23 августа 2002 года. Страница 4.5. «Благословите Владыка!» За 80 минут ему было задано 67 вопросов. Ни одного евангельского ответа, ни одной ссылки на Библию. О, какой ужасный ответ давать этим владыкам в день страшного суда. Люди не ищут у священства Божьего ответа, а они им отвечают с высоты своего грешного авторитета, местечка. Он мог, по крайней мере, 67 раз сослаться на Библию и сказать: «Так говорит Господь Бог». Теперь же люди будут говорить: «Сказал владыка». Но ни Бог, ни Библия, они рельсы перевели на себя, на свою епархию, но не на Царство Небесное, не на авторитет Библии и Бога. Мне приходилось бывать на этих, в кавычках, катехизаторских курсах. Бедный народ, чьи руки, так и хочется сказать, в лапы, попал он, злые делатели, они крутят людей по пустынным местам, где нет пажити, и учить они их не могут. И священники в этом не нуждаются. Поэтому баптистерии, построенные в Барнауле, ничего не изменили. Мертворожденные мокрые грешники выходят из купели. Не было мук рождения, расставания с миром, с грехом.